Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Не так давно мы рассказывали о новых приобретениях нашего производства, о станках с ЧПУ, которые были здесь остановлены, о кадрах, которые набирались и обучались. Сегодня, как мы и обещали, хотим доложить вам о результатах данной работы, о том, какую продукцию они все выпускают. И нашим сегодняшним собеседником является начальник специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Александр Викторович Синкевич. Добрый день, Александр. Добрый. Наверное, не случайно мы с вами начинаем разговор возле станка ХАЗ, название которого хорошо знакомо всем любителям автогонок. Общеизвестно, что Джин ХАЗ создал команду NASCAR, один из сооснователей. У него есть, собственно, команда Формулы 1. Вы, как человек, где-то его коллега, основатель даже не одной гоночной команды, наверное, специально, сознательно хотели привнести самые высокие технологии, технологии Формулы 1 в создание подвижного состава Skyway. Прав ли я? Ну, в чем-то, конечно, наверное, в основном, потому что... Безусловно, для того, чтобы создавать транспорт будущего, даже ближайшего будущего, и высокотехнологичный транспорт, которым является Skyway, необходимо высококлассное оборудование, высококачественное, потому что только на оборудовании высочайшего класса можно сделать просто качественные детали. То есть класс оборудования всегда должен быть выше, чем класс деталей, которые на нем изготовлены. Поэтому, естественно, мы старались подобрать на этом этапе оборудование с оптимальными характеристиками нам нужными, с оптимальным качеством, достаточно высокого класса, высокого уровня, чтобы обеспечить все наши внутренние потребности, ну или большинство из потребностей, потому что, конечно, развить у себя все технологии на этом этапе, ну, с одной стороны, сложно, с другой стороны, наверное, и неэффективно. Например, там, термообработку или какие-то разовые, скажем, технологии зуборезки, которые нам необходимы. Конечно, здесь остается кооперация, безусловно. Но основную часть, львиную долю всех нужных нам деталей, естественно, мы хотим изготавливать сами. Потому что это позволяет нам, во-первых, сокращать сроки. Во-вторых, это позволяет избегать какой-либо зависимости от субподрядчиков, которые живут в своем ритме, в своих планах, в своем режиме. Вот, поэтому нам для оперативного решения всех задач, конечно же, хочется иметь собственные инструменты. Вы заговорили о деталях, которые изготавливаются. Вот, очевидно, это они и есть. Напомните вкратце для тех, может быть, кто давно уже смотрел наши предыдущие репортажи, что это за станок и что он производит? Где это используется? Ну, конкретно это пятиосевой фрезерный станок с числовым программным управлением. Он закрывает практически всю номенклатуру по различным сложным корпусным деталям, по деталям, требующим фрезеровки в разных плоскостях и достаточно сложным по своей конфигурации. Ну вот в данный момент, например, на станке стоит и изготавливается партия деталей. Это корпус блока накопителей для бирельсового юнибуса, который сейчас в стадии уже сборки находится. Значит, вот такие достаточно сложные детали изготавливаются фактически за одну установку. Да, безусловно, необходимо после того, как поступает к нам чертеж, поступает из конструкторского нашего бюро, естественно, он попадает к нашим технологам сюда вот на обработку и на написание программы. Это достаточно длительный, конечно же, и сложный процесс, который в том числе самый важный, там не должно быть допущено ошибок. Вот. Потом заготовка устанавливается в станок, нажимается кнопка, и он работает практически в автономном, в автоматическом режиме. То есть, конечно же, оператор контролирует все эти процессы, оператор занимается там уже установкой, подбором нужных инструментов, значит, но непосредственно в
процессе работы станок сам выбирает инструменты из большого магазина, в котором одновременно может располагаться до 40 разных типов пресс. Он выбирает тот инструмент, который нужен для конкретных операций, для конкретных задач. Собственно, это практически полностью автоматический режим. То есть он позволяет, ну, скажем так, изготавливать деталь в течение первой смены. И, допустим, на вторую смену устанавливается заготовка, нажимается кнопка, и оператор может, по большому счету, спокойно идти домой, а станок сам выполняет все необходимые операции. Я надеюсь, что в ближайшее время парк таких станков у нас потихонечку будет расширяться, потому что нам нужен еще токарный станок, потому что тоже с программным управлением аналогичный, в принципе, этому. Потому что у нас достаточно много различных деталей вращения, валы, колеса, ну и так далее, которые до сих пор изготавливались по кооперации, но я думаю, в самое ближайшее время мы и эту часть деталей заберем в собственное производство. Спасибо большое. Станок этот не один. Давайте посмотрим, что и как еще работает.